Пэўна, надолго запомнится брастаўчанам и гасцям свята и вячэрняя программа Дня города. Моя коллега Ирина Никитина окунулася у самую гушчу падзей. Великим карнавальным шестем у Брэсте стартовала вячерняя святочная программа. Працоўные коллективы, артисты, спортсмены, а так само шматликие гости города у рытме танца прошли по центральной улице областного центра. Так нараджается у Брэста новая традиция. Первую историю города карнавал, видовочно, унесе самые яркие фарбы у программу святкования города над Бугом. Карнавальное шесте и его удельников витали шматликие брастаўчане. Когда еще даже не было только одна, с той стороны Южный был, Волька только начинала строить. А сейчас смотрите, какие там микрорайоны построены. Здесь мы же дорожники, мы все это строили. Гоголя и Ленина, и Машерова, и на Московской выход. И хотелось бы, чтобы каждый житель города Бреста еще больше заботился о красоте, о чистоте города Бреста. Чем больше езжу, чем больше катаюсь, тем больше люблю Брест. Финишировал карнавал для спортивного комплекса Брестки. Але это только початок. Сегодня город Брест – это город промышленности, город строителей, город спортивный, город, устремленный в будущее. В свое время древний философ сказал: город – это не здание, город – это не стены, город – это прежде всего люди. И самая главная ценность нашего Бреста – это вы, дорогие брещане. Святочное представление у гонор Дня города распачала церемонии ушанавання тых, кто немало особистых намаганий упрыклал для его развития. Звание гоноровых громадянин города Бреста, достойный керовник городского музычного товариства, заслуженный деятель мастерства у Республики Беларусь, створальница и директор международного фестиваля «Студенские музычные вечеры» Лилия Батырова. Мне хочется верить, что я что-то сделала, оставила память. Я сделала... Может быть, немного, и никогда не думала, что это будет возведено в ранг каких-то сюрпризов, каких-то награждений. Я просто делала. Виталь Аксенов, арт-группа «Белорусы», Виктория Олешко, группа «Лас Вегас», Петр Ялфимов. Усе яны на протягу 2 гадзін со сцены спорткомплексу «Брэскі» дарили свои музычные веншаванні городу над Бугом. Великим подарунком для брашан стало выступление народной артистки Украины и Ингушетии Таисии Павалі, якая с первых хвилин выходу литерально узорвала аудиторию. Неосумно у гэты святочный вечер было и Бресту молодежному. На пляцовце каля Вяслярного канала разом с интернациональной командой вокалистов, гуртов и диджеев запаливал огни великий музычный проект «Город Святла». У черговый раз разделить разом с берастейцами свято приехал и полюбившийся уже Джесси Кэмпбелл. А полове 12 ночи небо над Брестом зазяло еще больше яркими фарбами. С днем нараджэння, Брест! Ирина Никитина, Александр Воронин, областные новины, Брест.